Всем привет! С дня выхода предыдущего видео прошло достаточное количество времени, за которое можно было освоить азы перемещения за шай. Пока вы прокачивали свои лапки, я усердно потел, прокачивая уровень ремесла, чтобы добавить вес своим словам. Теперь перед вами не просто неизвестный никто, а неизвестный задрот с 2000 мастерства, который играет в игру не более полугода. Сегодня я хочу рассказать про то, как закидать аук мясом волка. Данный вид мяса я собираю на узле Алтарь Агриса, недалеко от пещеры бесов в Вилей. Эту локацию я нахожу максимально удобной для шайки, особенно если освоить технику перемещения, а также все срезки анимации умений, о чем я расскажу подробнее как-нибудь в другой раз. На мастерстве 2000 я трачу почти 800 энергии в час и собираю порядка 19 тысяч мяса, что превращает данный спот в отличное место для слива энки с максимальной пользой. Как говорит мой дед, тише едешь, меньше собираешь. Для эффективного опустошения поляны необходимо следующее: посмотреть видео про сбор мяса змей в Дригане, так как там рассказаны азы перемещения за шай. Изучить умение «Общий сбор», с его помощью мы будем умертвлять всех волков в радиусе сбора. Изучить умение «Попался», с помощью которого мы будем собирать разбежавшихся волков в кучу. Итак, начнем. Умение «Общий сбор» достаточно просто в освоении и в дополнительном разборе не нуждается. Все, что требуется от вас, найти самую оптимальную позицию для использования. А вот умение «Попался» имеет достаточно долгое время перезарядки, из-за чего его можно использовать только один раз за круг. Такое ограничение вынуждает аналитический отдел мозга работать на пределе в поиске наиболее оптимального места для активации умения. По моему мнению, на данном споте существует всего два места, где данное умение раскрывает свой потенциал. Первое, можно собрать стоящих волков в большую кучу под дерево и спокойненько залутать их с помощью мышки. И второе, поляна с блуждающими волками. В своем круге я агрю волков именно в этом месте, так как многочисленные тесты показали его высокую эффективность. А теперь я бы хотел продемонстрировать свой стандартный круг за шай. Приятного просмотра! На этой позитивной ноте я бы хотел поставить точку в сегодняшнем гайде. Очень надеюсь, что данный ролик поможет с дефицитом мяса волка на аукционе. Всем добра и серебра. До новых встреч!